Крым на ближайшую четверть века станет свободной экономической зоной. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ принят в рамках программы развития Крымского федерального округа и города Севастополь. Он начинает действовать уже с 1 января 2015 года. Новый пакет законов упрощает визовый режим, сокращает налог на прибыль и взносы в социальные фонды. Также он обнуляет ряд таможенных пошлин. Предусмотрена возможность беспошлинного ввоза на территорию полуострова импортных товаров, а также комплектующих и оборудования, которые необходимы для ведения деятельности. Инвесторы получат право поставлять свою продукцию на российские рынки, а также осуществлять экспорт в страны таможенного союза.